Хей, йоу, гайс, мышмаки, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls 2. Окей, мы с вами прибыли в Манжулу, теперь мы изучаем вот эту часть локации. Вот там мужичок сидит. Вот тут предмет есть. Душа безымянного солдата, самоцвет жизни. Да, хилы мне не помогли. Кто ты? Ладно, это не важно. Просто помоги мне открыть эту дверь. Там была пусто, и я сложил туда свои инструменты. А потом кто-то пришел и запер дверь. Я кузнец. И без инструментов я как без рук. Принеси мне этот ключ и поживее. Заперто. Понимаете, я просто могу вниз кликнуть немножко и... Так, сзади тут не обойти, хорошо. Тут мне и пройти. Самоцвет жизни. Так, там мы, кажется, были, да? Да, мы оттуда пришли. Ну, здравствуй. Добро пожаловать в мою лавку. Я Маглин, торговец с доспехами. О, прости, я... Прошу, взгляни на мой товар. Я могу воспользоваться случаем. Будьте добры. Купить предметы. Мне нужно вот этот щит купить. 1500. 1500. Что, будем читать? Показать информацию. Железный круглый щит. Маленький железный щит. Необычная внешность. Вид указывает на... Так. Иноземное происхождение. Этот щит легко... Легок, несмотря на то, что изготовлен из железа и прочен. Несмотря на свой скромный размер, но все же не способен защищать от сильных угроз. Щит серебряным орлом, металлический щит так, среднего размера, часто встречается в обычных щитах. Заостренный вверх упрощает использование в седле. Большой щит с двумя драконами. Большие деревянные так. Щиты с изображением двух драконов. Чтобы пользоваться большими щитами, нужно быть очень сильными. Зато он обеспечивает высокую степень защиты. В бою можно не отражать удары, а наносить их таким щитом. Он очень хороший, потому что у него 90% резиста. А по весу? Ну, по весу он, в принципе, такой же, как и этот. Лучше, конечно, из защиты, я думаю. Что здесь у нас? Показать информацию. Обычный шлем. Это который у нас, можно сказать. Доспехи пехотинца. Это снаряжение пехотинца Драгонглика. Самый простой доспех, по крайней мере, легкий и удобный в использовании. Перчатки пехотинца. Пехотинец. Ага. Шлем сокольника. Шлем волгенских сокольников. Солдаты Волгрика не раз проявляли состоятельность в бою и... И со временем их заменили наемники сокольниками. На самом деле сокольники этих телохранителей на службе у знати, а их главная задача следить за тем, чтобы никто не совал свой нос куда не следовало. Вот так вот. Вот так вот. Что? Я надеялся, что мы еще увидимся. Так, давай с тобой поговорим. Что ж, спасибо вам за новый визит. Взгляни на мой товар. Я пришел с запада из Волгика. Вы были там? Это очень оживленное место, пропитанное духом торговли. Конкуренция, конечно же, очень сильная везде. Нужно дать на лапу, чтобы получить преимущество. У меня не было средств, чтобы вести дело таких способов. Я покинул дом в поисках места расположения чего-то. А с той поры прошло уже немного лет, а я почти так же далеко от своей цели. Я даже не знаю, почему это... Так, остаюсь здесь. Вокруг лишь смерть и упадок. Ужасные условия для торговли, правда? Группа называет меня Синовыми Стражами, стала заметной силой Волгли. Ты даже лавку не можешь открыть без их разрешения. Они заявляют, что действие во имя добра, но... Ох, это все чушь собачья. Милостивые боги, какого дьявола я тут торчу?
Все. Да, увидимся. Давай сюда. Я просто проверяю, вдруг мимик, а? Осколок титанита. Осколок титанита. Вот эта ямочка. Да, она до хера глубокая. Здесь я соглашусь. Ой, стоять, а давайте мыши это не читали. Сейчас титанит прочтем. Фляхом. Да. Показать информацию. Фляга с экстусом, бутылка из зеленого стекла, неизвестного происхождения, наполнена ее экстусом у костра и пить из нее, чтобы восстанавливать здоровье. Природа связана так. Связи между флягами с экстусом у кострами так освещают мир нежити. Остается непознаваемым. Впрочем, это не слишком волнует так мертвецов высокого сейчас с такой фляги. Давайте, во-первых, я поставлю эту флягу. Во-вторых, показать информацию. Небесное благословение. Святая вода, благословение божеством. Так, полностью восстанавливает здоровье и снимает эффекты статуса. Эту воду когда-то благословляла древняя богиня. Ее имя забыто, а Мельфийские академии и вовсе отрицают ее существование. Нежелание признать разумные доводы не зависит от возраста человека. Именно такие упрямцы и ищут истину. Так, теперь. Видите, одна. Только одно использование. Следующее, что нас интересует? Следующее. Осколок титанита. Осколок титанита. Осколок титанита используется для усиления снаряжения. Усиливает снаряжение до плюс 3. Титанита. Так. Титанит нашли в древних залежах, в недрах земли и назвали даром богов. Осколок такого размера не очень мощный, но от этого не менее редкий. Так, давайте я, во-первых, посмотрю, можно ли его поставить. О, у меня как раз характеристики позволяют. Ага, у нас даже есть вес, видите? Ну, смотрите, в принципе, я думаю, она хорошая. Конечно, да, очень тратит много умеет. Ну, как говорится, как говорится. Так, здесь еще дверь какая-то. Ничего, ничего. Опа. Поговорить. О, нежить, не так ли? А вот еще одна, не так умное время осталось. Я бы сказала, вот-вот развалится. Не самое лучшее время, чтобы мурлыкать с кошечкой. Что же, располагайся. А, да. Можешь назвать меня Шалквар. Силь вупле. А так, чего же ты хочешь? О, ты так чудесно пахнешь. Купить предмет и покинуть Ковенант. Оу, Ковенант, ты. Поговорите. Ага. Купить предмет. Ух ты, ё-моё. Это я помню кольцо, которое похищает здоровье. Кольцо злого глаза. Скромное, но невыразимое зловещее кольцо поглощает здоровье каждого побежденного врага. Помогательное в нем. Так. Смотрите внимательно в редкий камень, томящийся в правом этого кольца, и дрожащий размыть черный, так, обретут четкую форму. Кольцо серебряной кошки. Серебряное кольцо в виде прыгающей кошки снижает урон от падения. 13 тысяч, нихера себе. Так, легенды гласят, что когда кошки стареют, в ней зарождается особая сила, и кошка может переродиться в новый облик. Кольцо красного глаза. Проклятый глаз с изображением глаза демона. Врагам проще вас замечать. Если вы желаете покоя, то вам вообще не следовало выходить из дома. Если же вы ищете битвы, то все хорошо, просто не переусердствуйте. Именное кольцо. Особое кольцо, на которое можно нанести имя Бога.
Так будет проще соединяться с мирами игроков, выбранные того же бога. На руинах Дранглина можно найти бесчисленные следы давно забытых богов. Хотя, может быть, это тоже... Так, боги, что и у нас, только по другим именем. Кольцо шепота. Кольцо или шепота. Пойдешь, почему шепота? Кольцо принадлежит рою исследователю. Услышать внутренний голос, окружающий вас врагов. Оно помогает в поисках скрытых врагов и можно в чем-то еще. Ну, это может быть помогает в поисках против мимиков. И все в таком духе. Но как видно, не у всех прочность одинаковая. Так, косточки возвращения. Радужные камушки. Ну, я думаю, это чисто читать можно не читать, потому что мы знаем, что это дает. Я полагаю, тебе ничего не подошло. Ну, это пугает. А, еще раз, кто ты? Ого. Да нет же, я шучу. У тебя довольно приятный аромат. Как раз такой, как я люблю. Это место уже мертво. Все разрушится и зачахнет. Только так и родился что-то новое. Разве не чудесно? Очаровательное место. У нас только самые необычные посетители, такие как ты, например. Этого достаточно, чтобы и кошка позабавить. А ты хочешь увидеть древних? Это четвертая родился и выросла в независимые времена. Должно быть, сейчас они заросли с вами мха. Я умоляю, сейчас никто даже имя не вспомнит. Подумай только. Да, не то, что ты. У тебя самый чарующий аромат. И он становится лучше с каждым днем. Тебе удалось подружиться с человеком на берегу моря? Он потерял все, абсолютно все. Единственное, в чем он все еще хорош, это информация о ковенантах. Ковенанты — это, ну, скажем так, контракты. Ты отдаешь что-то, чтобы получить что-то взамен. Вы, люди, любите такие сделки, не так ли? Может, это то, что тебе нужно? Но откуда кошке знать? Ты видел ту странную скалу позади? Помнишь, давно ее звали Камнем Победителя? Если хочешь проблем, поговори со скалой. Хотя ты, конечно, не хочешь. Это место уже мертво, все. Не полагаю, ничего не подошло. Это пугает, хи-хи-хи. Что здесь у нас? Заперто, хорошо. А, да, еще есть механика, это если взять в руки, она типа не удваивает, а умножает, кажется. Осколок фляги секстуса. Теперь у нас считать будет две фляги секстуса. Ай. А чё по урону? Тупые свинки. Довольно сильные, я вам скажу. Так, давайте я что сделаю. Если нас все надо... А почему такой урон маленький? Упал. В чем проблема? Я не достаю свинек. Ёлки-палки, ну бесит.
Нужно поставить знаки вообще на другие кнопки. Короче, я понял, до свидания. Какие-то они слишком сложные. Пошли вон. А заставить, видите, упасть их нельзя. Вот тут просто так, да? Не, ну вы понимаете, свинья. Могут просто нас убить за несколько ударов. Ладно. Хорошо, хорошо, хорошо. Что я хочу сделать? Мне нужно этот сменить, наверное, все-таки кнопочку на какую-то другую, потому что это жопа, я постоянно нажимаю на Т-шку. Кнопочка знаков, где ты? Здесь, да? Цифра 4, о, нормально. Так, так, у нас развилочка, у нас, подождите, у нас еще там, да, был наверх подъем. Давайте туда сбегаем. Я не знаю, насколько моя булава будет эффективна против врагов, но я думаю, достаточно. Ай, стоять, а я флягу не улучшил. Ладно, сейчас еще сходим, флягу улучшим. У тебя ко мне дело? Смотри, путь в ту сторону перекрыт этой безработной статуей. О небо, ты вообще решил, что поставить ее здесь хорошая идея? Ох, так что у меня проблема. Видишь статую? У меня от нее не по себе. Если слишком долго на нее смотреть, она словно оживает. Ах, что-то здесь не так. В этом крае даже нет мастеров. Ты ведь не думаешь, что живой человек обратили в камень? А видишь статую? Нет, не... Ясно. Мотив жизни. Так, косточка возвращения. А, вот это. Кто-то преграждает путь. Берем вот так. И нихера. Окей. Воу! Привет. В принципе, да. Моя палка будет получше. Не взрываешься? О, смотрите, он отделился от этого. А, это его палка была такая. Так, не, это сложные противники. Талисман Ллойда. Предметы. Ага, ну это он. Осколок фляги с Эксусом. Показать информацию. Осколок фляги с Эксусом. Осколок фляги для Эксуса. Такие осколки пропитаны Эксусом. Так, добавив осколок в свой фляги, вы сможете чаще использовать ее. За прошедшие века фляга с Эксусом пользовались множество тех, от кого сейчас остались лишь кости. Этот осколок... вобрал в себя их надежды и мечты. Nice.
Так, у этого просто отравленные руки. Но он, конечно, и слабее того. О-хо-хо. Он и слабее, но как можно было только что увидеть, он помощнее атаковал. Окей. Я понял, до свидания. А, видите, как бы она медленно. Не-не-не-не-не, пока, ребята. Ну нахер. Взорвал проход. Взорвал проход, называется. Я слышу, как они бегут за мной. Это, знаете, когда ты понимаешь, что сзади тебя толпа, и ты просто летишь от них. Она, я тебя понял. Туда не время. Видите? Окей. Ну, погнали тогда. Я не знаю, у нас два варианта. Либо туда, либо вниз. Ой, точно, точно, тихо-тихо. Почти забыл. Короче, я понял. Неизвестные мне бочки лучше не перекатываться. Тебе удалось отыскать осколок? Дай взглянуть. Теперь я могу тебе помочь. Увидеть свет, вернуть надежду. Какой бы слабой она ни была. Получить флягу. Почему никогда нежить такой зеленый? О, теперь мы можем два раза использовать флягу. Как вам? Так, давайте я, наверное, по вещам еще поставлю осколки слабые вот эти. Так у нас еще два пути стоять. Давайте вниз. Осмотреть. Устройство не дается. Хорошо. Какие-то как катакомбы. Даже б я сказал канализация. Алый круглый щит. Ага, показывает информацию. Алый круглый щит. Так, обычный круглый щит из дерева. С помощью раскраски торговец попытался сделать этот обычный щит более привлекательный. А, здесь, видите, все тут в одном. 85, но он поменьше. Чувствую, сюда мне рано, да? А-а-а. Да мне рано все-таки. А ну-ка. Какой шанс того, что мне именно сюда? Подождите, у меня ж тетрадочка есть, моя замечательная, любимая тетрадочка. Где у меня расписано, в какие лучшие места идти по очередности. Так, 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 так. Ага. Ребятки, нам нужно в лес. Поэтому побежали в лес. Я понимаю, если сейчас не спущусь, за мной дверька закроется. Хотя с помощью костров мы можем перемещаться, поэтому... Кто его знает? Кто его знает?
Ну, я лучше сюда попозже немного приду. Давайте изучим еще, которая ближайшая. Тоже тропинка. Может, тут тоже что-то да и найдем. Мне интересно, где мне эти покупать. Косточка возвращения. Хорошо. А что за ковенант? Сделайте ваше путешествие более трудным. Нет. Нет, 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 нет. Но это означает, ребят, что у нас только одна дорога все-таки была. Это сюда. Хотя, благодаря тому, что у нас теперь есть телепорты, и мы можем телепортироваться, не боясь. Поэтому я думаю, лампы, так уж и быть, побежали. Видите, оно главное не пишет, куда я зашел. Поэтому мне немного стрёмно. Потому что если взять сложность тех монстров, они довольно прыгают. И в тот же момент они довольно хпшные. Что для меня, конечно же, это усложнение. Ага. То есть рычаг есть? Но вы не... А, ну потому что этот еще поднятый. Душа пропавшего мертвеца, сломанный меч вора. Так, вот это, да? 190. А он уже был 180 стоять. Так, показать информацию. Сломанный меч, прямой меч из-за своей длины считается скорее кинжалом. А, дешевый... Так. Истертный... Повидавшие виды облома. Впрочем, вора таких клинков по душе. Давайте я, наверное, вместо тогда моего, да, поставлю. А, там урон поменьше вам, нет. Мне кажется, лучше всегда бегать с этим. Шик-шик. Таким. Огненная башня Хейта. Смотрим. А мы уходим отсюда. Потому что я тут сдохну. Хотя, давайте, хотите, давайте попробуем битву. Ну, с кем? Давайте с ним. Эй. Ну и все. Вижу, сколько я нанес ему урона. До свидания. До свидания. Говорю я тебе, парень. А где у нас лес гигантов тогда находится? Типа, я создавал по тому, как нужно это все делать. У меня есть вариант спрыгнуть вниз сейчас. Но какой шанс того, что я не сдохну? И где этот чертов лес? Кто мне скажет? Ну, остается яма, так? Блин, а где лес гигантов? Подождите. Кажется, немного я что-то сломал.
Чего? Найс, прогрузка мира. Отлично. Ой, снова здравствуй. Надеюсь, вы найдете для себя что-нибудь полезное. А, нет. Давай, пока. Все, я иду вниз. GG, я умер. GG, я умер. Так оно получилось. На самом деле, ладно, ребят. Получается, у меня только один проход, куда идти, на самом деле. Поэтому... Как-то так. Как-то так. Давайте, я думаю, в принципе, на этом закончим. Мы с вами познакомились с данной локацией. Это у нас... Манжун, да. Первая локация, это у нас с факелами была, если не ошибаюсь. Либо нет, первый это у нас была встреча, вообще интро, все такое ведьмы. Второй это Факелан. Третий это уже Манджула. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Кажется, игра крашнулась. Всем пока.